Друзья, сейчас пишем новый обзор гитариста. И хотел вам немножко рассказать, как происходит обучение в моей школе, в моих курсах. Сейчас я вам покажу небольшие такие маленькие работы тех, кто учится у меня. Это те студенты, которые проходят курсы. Там есть, естественно, обратная связь, я им отвечаю, отвечаю на вопросы, и они исправляют, кто-то исправляет ошибки, кто-то идет дальше. Но вот интересно посмотреть примеры, как же ребята делают эту работу. Теперь немножко уже понятно, да, как это работает. Я думаю, что каждый для себя найдет что-то свое, ведь все разные, разного уровня. Кто-то переделывает, кто-то начинает с нуля. Поэтому найдете для себя нужное. Увидимся на обзорах.